попали под обстрел, сука. Давай, давай. Бля, ебать, и голову пробило. Нет до тебя, давай, я текаю. Сейчас, давай. Давай, братан, ты шо гонишь? Где-то пи***ть, ты шо гонишь, братан? Я уборся, отодвинь меня. Давай, давай! Фу. Где-то писал. Сейчас, бать, держитесь. Сука! Давай, давай, пацаны, валим отсюда. Все, вы готовы? Давайте. Yeah. Конечно. Давайте. Давай. Сейчас, сейчас все сделаем, не переживайте. Давайте сумку. Сейчас. Тихо. Аккуратненько. Давайте ножку ставьте. Вода падает. Все отлично. А вот он, вообще. Поднимается. Хороший. Она будет подниматься почти. Вода, да, прибывает и больше, больше ее. Вы представляете, за ночь как на камне? Да, намного больше стало воды. Уже в подъезде просачивается вода. Вот. Подвал и кровь. Нормально. Готовы? Трое? Их трое. Давай им мы приедем по ним. Передавайте. Раз. На корабель. Корабелочка. А там уже вас развезут, куда вам надо. Там скажут, там все есть. Для этого. Нет, конечно. Не, сейчас будет 10 минут. Еще. Дай. Нита. Нита? Николь. А, Николь. Барышня. Маленькая. Сейчас доедем, хорошая. Представляете, она не ходит в туалет. Мы выведем на этот. Она привыкла гулять. Да. А скажите, как вообще обстановка в доме? Я понял, что нету ни воды, ни света. Газа ничего нет. Нету, газа нету. И надо выезжать. Большинство не хотят. Продуктов нет, негде продуктов взять. Нету. Вот. Пару дней можно просидеть, да. Но потом будет. Ну, будут завозить тех, кто хотят остаться здесь. Будут, ну, возить их. Ну, это будет, ну, тут эта вода стоять, ну, очень долго. И она прибывает. В общем, суть. Она ж не уменьшается, не уходит. Так а кто тут будет лазить? Кто? Знаешь, те, кто живут. У нас обокрали дом, квартиру зимой. Там, ну, это ж зимой, ну кто сейчас будет воровать? Ну что ж. Не знаю, кто-то обокрал. Чё? Повыносили всю технику, все, на первом этаже, в одном подъезде. Кто из-за уже выбирайте, или безопасность, или имущество. Да. Так то никто не полезет, вернете, все будет хорошо. Отстроим город, все будет отлично. Едем, ребят, за людьми. Военные сейчас передали, что могут быть обстрелы. Продолжаем работать с пацанами. Будь добру. Люди ждут. Я сейчас не выйду. Маленький. Я ж выйду. Чё жить его? Оля. Сиди, сиди, пить. Сиди. Кузя. Кузя. Ну что, как вам спалось? Спалось нормально. Нормально? Что, в подъезде кто-то еще остался? Нет, мужчина здесь. На первом этаже? Один? Один. Один остался и выезжать не хочет, да? Да. Уперся, говорит, это мой дом, да? Ну понятно, но он вернется, он еще на первом этаже живет. Ну, поэтому, наверное, не уезжает же первый этаж.
боится, чтоб вещи. Раечка наша уехала на втором. Вроде мы вчера котов всех пособирали. А вот видите, хорошо, что мы... А у вас что? А? В подъезде осталось много людей? Нет. Yeah. Все выехали? Yeah. Все? Да, Саша с первого остался. Тоже остался? Он остался. Не и там с первого остался вот у людей. И не хотят выезжать. Боятся за квартиру, что кто-то я полезет. Я не знаю. Там боятся уже. Он, бачите, у нас там оно векно. Там оно. А и там решетка. Да. Вот. И мы... сейчас можно... дивимся, то вода вот упала где-то до 3 сантиметров. Упала. Да не, она не упала. Упала. Ну, там больше стало, нет. Больше? Я не знаю, там да. Раньше мы проезжали там четко, там были провода. Сейчас уже нет, уже тяжеловато. Вода поднимается, тут может высыпает. Тут просто, я не знаю, тут просто была такая тишина, была тишина. А потом таки пошло, и вода начала падать. Просто вот там. Там еще. Понял. Если она будет так падать, то... сантиметр на 30-40 упадет, а чудо стоят, ты не зайдешь, не выйдешь. Так, конечно, а подвоз, а как без света, без воды сидеть? Так, ладно, где что, газа нема, нема чем нагреться. А было чем что-то нагреться, чтобы поесть, ну поесть так, помыться так, нема газа просто нема. Там же стеки вода есть у нас, запасы еды есть. Ну, понятно. Еды, газ, тут газ, а я уже выключил, тоже. И ну, сидит, думает, ну что, холодильник, что, накидать сына. А дело в том, что мы поедем сейчас до детей на квартиру, то есть, они выезжали. Там, все, там расселяют все дело, там помощь не, есть. Не, там у нас есть куда, у нас есть куда. В Херсоне тоже, да, здесь? Да, мы что, мы тогда с вещей с вами приедем. Ага. Всегда с этим проблемы из-за обстрелов. Остров они обстреливают очень сильно и даже как бы оккупацию. Тоже оставалось. Ну что, тут такие выживы. Наверное, просто подумали, что мы бачили, что вода падает. Ну хрен это тут сидеть уже. Давай выйдем на это. Конечно, все правильно вы сделали. Вернуться? Вернетесь, ну. На просто время опять же.
У вас есть, кто будет выезжать? Есть? Сейчас будем. Бабуня, сейчас соберем вас. Все, понял. Да. Сейчас, бабушка, сейчас. Возьми дедушка лежачий. Так. Сейчас возьмем. Там школа есть, завтра все, уйдем, чтобы завезли в больницу. Да, да, да. А будем вот так. Это у нас остров. Да, там вы можете и сидеть, в принципе. Выезжать нет. Пока ждете, понял. Люди пока отказываются выезжать. Так. Пока буду ждать. Выезжать не хотят. Все, у вас есть кто-то на выезд, нет? Здесь, да, пока? Чё, я не слышу. Выезжать есть кто-то? Нет, да, не хотите. Все люди не хотят выезжать. Подъезд уже вот так затопило. Люди, есть кто-то на эвакуацию? Люди! Выезжай, кто-то хочет! Да? Я бы планировал.
бабы, есть на эвакуацию. Там бабушка была на шестом этаже. Все, едем, давайте. Поехали, возвращайся. Шестой этаж была бабушка. Давай. Ну, согласен. Давайте, я иду к вам. Сейчас. Так, подождите. Так. Сейчас. Так, может быть, сейчас он дверь. Не будем, мы остаемся. Да ну чего, поехали вместе, мы вас соберем. Ну чего вы не хотите выезжать? Пожалуйста, ну не надо, мы приспособились тут, дорогой мой. Ну блин, ну просто, ну я не помню, что тут делать, ну сидеть. Мы ждем, когда чего. Вода уйдет. Мы будем ехать к дочери. Понимаешь? Мы собираемся, берите его. Есть кому еще взять? Есть, его? Да, сейчас будем. Хавай телефон, то замучается. Давайте. Сейчас, пацаны. Давай. Сейчас будем батю нести. Ну, батя вообще, да, 92 года. Сейчас будет тяжеловато. Да, батю загрузили. Ну, что? Ну, сейчас решим, давай, как его вперед передвинем. Давай, вас это... Мы это сделали, бать, да? Сделали это. Все, пожалуйста, вы берегите себя. Подъездик. Сколько вам лет, бать? Сколько лет вам? 93. 93. Понял. Войну одну пережил. И вторую. Теперь пережил. Старость и вторая. Может, батю не мучать, закинуть. Ну что, ребят? Есть кто-то? А вот, смотри, тут, а вот бетон здесь. Все, видим, да. Вы не хотите никто ничего выезжать? Понятно. Откуда вот этот вот? Это мусор. Ёб твою мать. Я вам конкретно бы заскочил. Люди, есть кто-то на эвакуацию? Что вы на эвакуацию не хотите выезжать? Пока не думаю, завтра уже. Завтра получилось. Ну да. А будет каждый день сейчас. Ну да. Шо будем нравится. Отрабатывать. Ну а что, вода прибывает, ну пока меньше не становится. Ну конечно. Ну что сидеть? Не останавливается. Ну, уже остановится. Давайте мы уже сейчас поехали. Вы согласны? Я останусь.
с тобой тоже ждем. Так давайте вы тоже. А чего вы сейчас не хотите поехать? Там ей кошка, где и мама там в следующем доме. Поэтому пока здесь. Пока так давайте мы сейчас, смотрите, сейчас возьмем клетку, все, и пока поедем. Пока терпимо. Еще. Давайте я оставлю туда номер, вы меня наберете. Давайте. И завтра мы вас соберем. Мне мамочки, мамочка, ей дайте. Сейчас. Люди, есть кто-то на эвакуацию, люди! Люди! Да, пи***ц чистые. Вы не хотите эвакуироваться, не? Вы завтра будете? Что, номер телефона давайте или что, или как? Записывайте. Попали под обстрел, сука. Давай, давай. Бля, ебать, голову пробило. Нет, до тебя, давай, я текаю. Сейчас, пойдем. Давай, братан, ты шо гонишь? Охуеть! Это пи***ц, ты шо гонишь, братан? Я уперся, отодвинь меня. Давай, давай! Фу. Сейчас, бать, держитесь. Сука! Давай, давай, пацаны, валим отсюда. Ба, держитесь. Хорошо. Сейчас. Да ты шо? Так, давай, давай. Вот посмотрите, в моих сумках. Что? Или полотенце, или какая-то тряпка. Сейчас, бать. Да ты шо? Че так ты? Есть, бать. Кепку убирайте. Убирайте кепку. Да ты шо, бать, сука! Ты, сука! Блядь, это пи***а. Давай, пизда, это вот в дом было, прикинь, за нами, блядь. Братан, давай. Блядь. Братан, на корабелку нет, надо... Надо эскадровый, надо батю сейчас быстро его увезти, надо в больницу. Надо куда-то выезжать, ну корабелка это не вариант. Мы на какие-то зоне, надо текать вот сюда. Ты что? Куда-то есть. Надо батю, надо везти его быстро в скорую и в больницу. Просто не верится, как мы остались живы. Просто не верится. 50-100 метров было. Вообще рядом. Просто я не знаю. О! Сейчас, бать, все будет хорошо. Сейчас. Скоро же ждем. Сейчас, бать, потерпите.
Крупа, держитесь, почти приехали, все хорошо. Ложись, а вы молодцы, провода. Держитесь. Все, все хорошо. Правда. Все, сейчас уже подъезжаем. Осколком он, деда. Чувака нахуй вылезла. Я не переступил. Ехать надо, пацан. Что надо будет? Да не, не. Держи, дед. Поворачивай. Вы не будете, да? Вы тут. Да ну, ребят, ну обстрелы, зачем оно надо? Ну... Где там, ребят? Ну там же будет лучше, ну это... Ой. Берегите себя. Ну поехали, ну прошу вас. Ну поехали. Давайте соберем кота и вас, поехали. Ну что, вы здесь вдвоем остались на подъезд? Нет, вдвоем? Шесть. Девчонки, поехали. Ну а что вы ждете здесь? Ну скажите просто. Мы хотим убрать подъезд, воду выгоним, и тогда спокойно. Та вода приходит, она не уходит. Ну, там больше. Не знаю, может она места. Так связи здесь нету. Пауэрбанки, ну хорошо, волонтеры, все слышите, кто ездит на остров? А у нас тут стики, 5 квартир стоит. 5 квартир осталось, да, ну, пауэрбанки вот надо. На 4, там 2 жиночки, вони теж залишились, їм теж треба пауэрбанки. Добре, добре. Ребят, пауэрбанки. Все, добре. Да, да, да. Мало, ну самоходом ее кинь, заглушил. Мало, ну самоходом ее кинь, заглушил. Так, ищем еще животных, людей, может кто-то еще хочет эвакуироваться. Они будут выезжать? Не знаю. А что вы не хотите? Ну, все добре. Не сказав би. Бачите, ми люди старі, ми привикли до цього. Що, поїхали, їдемо? Поїхали, да.